Приветствую, друзья! Как хорошо засыпать и просыпаться с новыми идеями. Такой будет у нас вебинар. Смотрите ссылку под видео. А мне тут наш друг Денис написал: «Стресс бай-бай, это Хасай». Ну да, естественно. Я там буду показывать и рассказывать, и мы вместе в Zoom будем сразу получать ответы на ваши вопросы в развернутом виде и учиться. Вы знаете чему? Навыку очень быстро выходить из одного биоритма мозга, например, дельта-ритм, там, бета-ритм, гамма-ритм, на альфа-ритм состояния, потому что я думаю, что альфа-ритм – это то состояние, это точка сборки, где вот это частоты мозга, как и частота дыхания, частота сердца, ритм работы печени и так далее. Вот на этих частотах, на альфа-ритме, например, точка сборки, происходит сброс лишнего напряжения, хаос уходит и наступает порядок. Потому что эти биоритмы мозга, по моему представлению, это скорости сканирования и сопоставления данных, которые идут у нас из органов чувств, ну, например, зрение, это самое, слух, там, тактильное ощущение, обоняние и прочее, с рецепторов, которые поступают от внутренних органов. Это кортика, висцеральная регуляция, которая поддерживает гомеостаз. Ну, в общем, короче говоря, я вам наговорил, приходите на вебинар, сразу будете получать ответы на ваши вопросы и одновременно снимать нервно-мышечные зажимы, потому что там можно задавать вопросы, не говоря о своих интимных моментах. В общем смысле, в любом случае, метод позволяет дать вам отличный, полезный и теоретический ответ. До встречи!